Салам алейкум, парни, сегодня я решил навести просто лютую суету. Как вы знаете, на Black Rush имеется просто дофигища новичков, которые просят дать им денег или же прокачать аккаунт. И сегодня я решил им с этим помочь, я найду рандомного игрока, которому втайне прокачаю аккаунт, а после мы посмотрим на его реакцию. Короче, не будем тянуть, мы приступаем. Но подождите, если вдруг вы хотите поиграть на Black Rush вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании. Обязательно залетайте на сервачок Crimson. После захода вводите секретный промокод хэштег Бестик. И чтобы вы понимали, ведя его, вы получаете скин, бустер, аксессуар, акулу, вип голд, а также вот такой вот роскошный Rolls-Royce Phantom совершенно бесплатно. Ну а также сейчас у вас на экране высвечивается победитель на 3000 донат рублей на любом из сервачков Black Rush. Если ты также хочешь получить бабки, то просто подпишись на этот канал, поставь лайк, напиши огромное количество комментариев. Итоги, как всегда, будут в следующем видео. Короче, пацаны, чтобы вы понимали, сейчас на моем балансе имеется просто дофигища бабла, и, честно говоря, я пока что не знаю, сколько денег я буду тратить на этого бомжика. Но, в принципе, сейчас мы все это обдумаем. Для начала нам нужно запрыгнуть нашу тачку и найти хоть какого-то бомжика. Я думаю, нам стоит отправиться на какой-то из павнов, потому что там дофигища бомжей, и по-любому мы найдем какого-то интересного персонажа. И что-то тут вообще нету бомжиков. Ну, что делать? Придется ехать в юшку. Нифига себе, я сейчас в поворот зашел. Ну да, ребят, да хасанился, меня лишили прав. Сейчас мы все быстренько оплачиваем и покупаем себе пакет лицензий. И все, неужели я приехал к этому спавну? Так, все, сейчас мы будем выбирать так называемую жертву. Тут бегают какие-то бомжи. Я бомж, дайте денег, ПЖ, ПЖ. Мне кажется, это как раз таки тот претендент, который нам и нужен. Братан, а зачем тебе деньги? Ё-моё, меня окружило дофигища подписчиков. Мне деньги надо, чтобы купить себе права и машину. А сколько тебе нужно? Ну сколько не жалко, дай. Ну так сколько нужно, скажи. Блин, я сам не знаю. Я хочу себе крутую машину, чтобы с нее все офигевали. А чё работать не пойдешь? Да там долго копить. У нас же люди добрые. Кто-то поможет мне, и я куплю себе тачку. Ну нифига себе, он умный. Вот пацаны, сейчас ради интереса проведем эксперимент. Я передаю ему 5000. А чё так мало? Мне даже на Запорожец не хватит. Да он чё, прикалывается что ли? Ну ладно, сейчас дам еще. Давай мне на нормальную тачку. Переводим ему 50к. О, нифига себе! Спасибо большое! А можешь дать еще? Блин, пацаны, это как раз таки тот персонаж, который нам и нужен. Братан, давай отъедем со мной, дело есть. А чё за дело? Ну так поехали и все увидишь. Ну погнали. Так, все, пацаны, отлично. Сейчас мне нужно будет заспавнить себе какую-то машинку. О, допустим, BMW M8, как у нас была. Ну и как всегда, мне начинают мешать подписчики. Вообще, чё он там стоит? Ой, ну неужели до него дошло? Походу он бежит ко мне. Тут, блин, занято. Все, пацаны, сейчас он быстренько садится в тачку, и мы отсюда сваливаем, потому что нам реально тут мешают. А зачем ты меня взял с собой? Блин, он реально очень любознательный. У меня для тебя предложение есть, я же говорил. Ну так давай рассказывай, что за предложение. Ты меня, между прочим, с работы сорвал. Я почти заработал бабки. Ема, пацаны, я просто не могу с него. Какой он наглый. Я ему почти 60 тысяч дал. Короче, смотри, такая тема. Мне нужно будет получить данные твоего ака, я зайду на него, прокачаю твой аккаунт, а после ты сам зайдешь и посмотришь, что у тебя есть. Ты хочешь меня обмануть, да? Забрать мой аккаунт? Да чё у тебя там, блин, забирать? Ты обычный бомжик. Нет, я честно говорю. А как мне тебе поверить? Ё-моё, он меня уже заманал. Давайте мы покажем ему вот этот вот админский скин. Теперь доверяешь? Ну да. Ладно, я согласен. Неужели, пацаны, мы этого добились? Так, сейчас мы катим в банк, залетаем сюда. Так, и что тут делать? Создавай банковский счет. Блин, а как? Отходишь на метку и создаешь. Ладно, сейчас попробую. Я не понимаю, что так долго он там копается, его создать 5 минут. О, неужели? Все, я создал. Какой номер счета? Сейчас посмотрю. Видимо, это еще на час. А нет, на этот раз он быстро. 241-608. Блин, я вот не знаю, сколько денег ему сейчас передавать. Ну и пускай это будет 3 миллиона рублей. Все, ребят, бабки отправлены. Так, ну все, я перевел. Дай свой ВК, я данный. Кину. Скидываю ему ID ВК. Так, все отлично, он перешел в ФК. Ну и да, ребят, он скинул мне данные от своего аккаунта. Все, я скинул. Отлично, выходи с аккаунта, я напишу, как будет готово. Ну ок. Так, мне интересно, ливнет он сейчас или нет. Ну и да, ребят, он вышел. Сейчас мы, короче, вводим его никнейм. Залетаем на сервачок Crimson. Ну и ё-моё, теперь ждать эту дебильную очередь. Так, момент истины, я ввел его пароль, нажимаем на кнопочку играть. И да, ребят, мы реально зашли на его аккаунт. Давайте проверим статистику. И как я понимаю,
понимаю, он прям только-только создал этот аккаунт. Ладно, дело не в этом, сейчас мы быстренько арендуем скутер, и нам нужно будет отправиться в банк. Ой, тут задание из блокпасса какое-то выполнил. Так, заходим на его счет, он, блин, назвал его скамер. Надеюсь, стандартный пароль подойдет. Да, ребят, он подошел. И сейчас мы снимаем все его бабки. В итоге в нашем распоряжении 2 миллиона 956 тысяч. Как я понимаю, прав у него нифига нету, поэтому для начала мы купим их. Опа-на, обгоняем Запорожец. Залетаем в правительство. Сейчас я прошу полный пакет лицензий. Покупаем категорию А, категорию Б, С, ну и категорию на водный транспорт. Накинем этому челику на чай. Все, отлично, дал ему десятку. Так, не понял, а где мой скутер? Ну ладно, что делать, придется бежать пешком. Залетаем в Луи Виттон, нифига себе. И блин, сейчас мне нужно выбрать ему какой-нибудь красивенький скин. Во, в принципе, вот этот просто идеальный. Покупаем его за 270 тысяч. Честно говоря, мне этот скин очень нравится. В принципе, лицензия у нас есть. Скин купили, и нам нужно приобрести какую-нибудь хату. Мне интересно, в Арзамасе они вообще дорогие, нет? Но в принципе, 450 тысяч, мне кажется, это нормально. Давайте мы ему ее купим. И в принципе, нормальная такая квартирка. Сейчас нам обязательно нужно ее оплатить, поэтому мы двигаем в банк. И оплачиваем хату на 5 дней. И в принципе, можно уже отправляться за покупкой машины. Все, ребята, неужели сюда добрался? Но я думаю, с таким бюджетом нам стоит залететь в средний класс. Пацаны, сейчас я нашел просто офигенный вариант BMW E60 за 1 450 000. Предлагаю ему 1.4, походу он согласен. И мы покупаем у него эту тачку. Он сказал-то, что в багажнике какой-то подарок. И мне, блин, интересно, что у него там лежит в багажнике? О, нифига себе, скинец, нормально так. Ё-моё, это как вообще произошло? Ну ладно, сейчас мы залетаем в технический центр. Блин, мне не хватает на спорт, мы можем поставить комфорт, но в принципе никакой разницы мы не почувствуем. Давайте лучше накинем сюда нитро 10x. Так, паркуем тачку возле дома. У нас осталось 600 тысяч. Я решил все эти деньги потратить на улучшение квартиры. А, хотя у нас еще 400к осталось. Ну все, ребят, в принципе этот аккаунт прокачан. Сейчас мы заходим на основу и смотрим на его реакцию. Дожидаемся подключения. Так, все отлично, я зашел. Отслеживаем нашего Махмеда и телепортируемся к нему. Ну че, как тебе? Я сейчас просто в офиге. Ты купил мне квартиру, скин такой крутой. И у меня еще на балике 400к. Но ведь это еще не все. А что еще? Ну пойдем за мной, сейчас все увидишь. Так, ну и че? Пропиши слэш-кар. Ема, пацаны, какой же он долгий. О, вот бэха появилась. Ни хрена себе. BMW M5 E60. Я такой мог только мечтать. Спасибо огромное, братан. Ну, в принципе, как я понимаю, он остался довольным. А, он уже кататься лезет. Офигеть, даже стробоскопы есть. Ну да, я знал, что ему понравится. Блин, мои друзья просто обзавидуются. А, так вот для чего ему нужна была тачка. Так, короче, мы с ним уже походу докатались. Давай выйдем, поговорим. Ну что я могу сказать? Я такого просто не ожидал. Я думал, ты купишь мне фигню, да и все. А тут такой крутой сюрприз. Спасибо, реально огромное. Не, ну в принципе, пацаны, я очень рад тому, что ему все понравилось. Напишите сейчас комменты, понравился бы вам такой подгон или нет.